Привет, это Спанч Боб, и мы находимся в Бикини Боттом. Если конкретно, то мы находимся в помойном ведре планктона. И ты только посмотри, сколько тут бомбезных идолов. Сейчас мы это все нафиг сметем. Вот так-то лучше. А еще сверху есть вот такие вот штуки, которые я бы хотел бомбануть, но что-то как-то не выходит. Не достаю я до них. Ну и ладно. О, кажется, лопатка. Смотри, золотая лопатка вон спряталась где. Надо бы ее достать. Надеюсь, никаких сложностей с этим не будет. Что с камерой происходит? Есть лопаточка у нас в карманах. И количество лопаток у нас теперь становится 46 единиц. 46 лопаток у меня где-то раскидано по моим карманчикам. Маленьким, квадратненьким. Ну что, что дальше-то делаем? Короче, переходим к крайним методам. Если идолы я не могу сбить, значит, будем сбивать ракетами. Пузырчатыми ракетами. Вот так вот. Да! А, смотри-ка, вот эти каменные идолы, я их не смогу снести. Ракета не берет камень. Ну ладно, хотя бы так. Отлично. Ну что, с идолами здесь покончено, все зачищено. Я думаю, что можно отсюда тарабашкать. А поторабашкаем мы с тобой вот сюда, на кухню. Хотя в топку кухню, ты посмотри, сколько туда лопаток надо. 75 кошмарит меня по ночам. Где ж я столько возьму? Я же их не выпекаю. Ладно, что поделать, пошли собирать лопаточки. Вернемся сюда позже. Предлагаю тогда зайти в ресторан напротив, в Красти Крабс. Эй, мистер Крабс. Что случилось, мистер Крабс? На вас лица нет. Помоги мне, Юнга. Красти Краб взяли на абордаж. В ресторане хозяйничают эти растущие роботы. Они выгнали меня. И что еще хуже, отняли все мои дивные блестяшки. Осквернить Красти Краб? Неужели нет управы на этих злодеев? Что же нам делать, мистер Крабс? Мы, то есть ты, вышвырнешь оттуда роботов. Вернем мой ресторан. А самое главное, спасем мои денежки. Ну чё, пойдем размотаем этих роботов в нашем Красти Крабе. А то совсем офигели. Ну все, жестяные банки, вам хана. Сперва мы, конечно, уничтожим ракетометателя вот этого. Ой-ой-ой, наверху еще один есть. Сейчас мы его ракетой бомбанем. А нет, подожди, давай-ка вот этого лучше. Робота-производителя. Чтобы он не штамповал мне роботов тут. Надо робота-производителя бабахнуть. И есть попадание, отлично, но я потерял еще одни труханы. Минус 2 трухана. Как только я вошел в Красти Краб. Уничтожаем вот эти штуки. Черт, что-то я мазю конкретно. На самом деле управлять этими ракетами не очень. Не очень удобно и довольно сложно, когда они разгоняются. Так, хорошо, попробуем отсюда. Ой-ой-ой. Да, прицел сбит. Хьюстон, у нас проблема, мне нужно поправить прицел. Да, есть попадание. Так, получается, вот там еще один остался. Но мы... О, ты видел? Я, короче, отбил его ракету, и она полетела в него же. Круто. О, да еще и мега-комбо с кучей блестяшек. Так, Сквидвард, выходи. На кассе никого нету. Кто будет обслуживать посетителей? О, грусть, да как. Я думал, в коробках что-нибудь будет, а там пустышечки. Значит, забираем блестяшечки. У нас уже 10 718 блестяшек. Ты представляешь? Полные карманы. Не знаю, куда их девать. Не, ну, конечно же, я знаю. Тратить их на ракушки, но все равно остается дофига блестяшек. Получай. Получай. И ты тоже О, нифига себе, он меня зажарил немножечко. Все. Уважаемые посетители, отдыхайте. Наслаждайтесь бургерами Красти Крабс. Не знаю, кто их будет делать, потому что я сейчас уматываю. У меня куча дел, спасать мир от роботов. Так что, Сквидвард, я оставляю ресторан на тебя. Еще надо к этому красному крабу сказать, что все тут пучком. Пойдем. Пойдем, сейчас выйдем. Все блестяшки собрал, отлично. Мистер Крабс, я все сделал. Ты заставил меня немного полноваться, мальчик. Я за свое богатство волнуюсь, естественно. Вот, возьми эту награду. Что там? Лопатка. Интересно, как мне этот краб, который обожает деньги и блестяшки, отдал золотую лопату? Я просто не представляю. Он, наверное, от сердца оторвал. Так, значит, теперь по плану у нас, О, смотри! На помойном ведре вот такие вот штуки появились. Я их раньше не видел. Три штуки. Интересно, чего они нам дадут? Сейчас всех нафиг бомбанем. И разрушится помойное ведро планктона. Короче, появился батут.
который помогает нам запрыгнуть на крышу этого помойного ведра. И тут, видишь, лопаточка золотая. Здорово, 48 лопаток. Мы уже близко к своей цели. А осталось нам еще всего лишь навсего там 75, да? Значит, получается 26 лопаток нам нужно еще набрать. И будет нам счастье. Пойдем-ка теперь вот в это здание сбегаем. Посмотрим, что это такое. Вот, что это такое. О, касса. Чем могу помочь? Если ты хочешь пройти в театр, тебе потребуется 40 тысяч блестяшек. Да ну нафиг! А может, я так подорвал проход просто? Эх, не прокатило. Ёк-макарёк, ну как так-то? У меня всего, давай округлим, 11 тысяч блестяшек. Где мне еще достать 29? Боже ж ты мой, это... Карманы должны трещать по швам. Все должно сыпаться с моих штанишек квадратненьких, чтобы пройти в этот театр. Ну что ж, теперь помимо лопаток я еще собираю блестяшки. Абсолютно все блестяшки, все ломаем, все собираем. Потому что надо зайти в театр. Это полюбасу карма. Только что говорил, что блестяшки девать некуда. А теперь мне такие, хопана, 40 тысяч вынь да положи, понял? Ну вот, приехали, накаркал. Смотри, у Патрика штаны упали. Хо-хо. Так, короче, прибежал к Патрику, чтобы обменять носочки. У меня сейчас их 29. Эх, одного не хватает до 30. Ого, Губка Боб, ты их нашел. Они вернулись домой, где им и место. Вот твоя золотая лопатка. Лопатка. Я так и сказал. Ох, Патрика не переделать. Ну, все равно спасибо ему за лопатку. Так, он принимает по 10 носков, поэтому я могу собрать еще одну золотую сапатку. Отлично, 50 сапаток у меня теперь есть. Чертовой сапатки, Патрик, зачем ты это сказал? Короче, возвращаемся обратно. И теперь мы можем пойти в новую зону. Зону джунглей. Прибыли, вот она эта зона за 50 сапаток. Тьфу ты, лопаток. Поехали в джунгли. Мы находимся в водорослевом лесу. Здесь занятно, есть что посмотреть. Конечно, если вы первым делом не заблудитесь. Опять роботы кому-то досаждают. Хотя, по-моему, этому ковбою нравится. Ох, нифига себе, он мощный. Вот это поворот. Все равно он отхватил. А вот и карма мгновенная. Блин, а тут прикольненько так. Джунгли. О, капец, как тут опасно. Эти штуки умеют драться, что, их лучше стороной обходить? Слышь, дай я блестяшку заберу. Где? Успела и подорвался. А ты что тут летаешь? Разлеталась тут. Так, пойдем, значит, по джунглям ковыряться. Блестяшечки искать. Какие интересные цветки, смотри. Сбить их нельзя. Блестяшки они не дают. Там речка. Блин, это, конечно, вообще дезориентирует маленечко. То, что ты под водой, и под водой есть еще и речки. Это катастрофически ломает мозги. Ладно, запрыгиваем. Блестяшечки обязательно собираем. Ты же помнишь, что нам нужно 40 тысяч где-то наколотить, чтобы в театр зайти? Ловите пукальку! О, комбо, супер-мега-комбо! Вот это я понимаю. Надо почаще ракеты запускать куда-нибудь в толпы. Ух ты, сколько идолов! Надо к ним тихонечко подкрасться, а то они от шума сразу прячутся. 1, 2, 3, 4. О, пошла жара вообще, отлично. А, 2 последних спрятались. Сейчас добьем их. Хитрюги какие, а, видишь, какие у них уши? Прям как у волка в красной шапочке, чтоб все слышать. О, носок! Круто, теперь у меня 30 носков, а это означает, что я могу у Патрика обменять носки на лопаточку, это здорово. Ого, на лагерь какой-то набрел. Миссис Пафф, пойдем с ней поболтаем. Привет, миссис Пафф. Вы же не проводите здесь уроки вождения, правда? Нет, Губка Боб. С чего ты это взял? Ты решил, что мы занимаемся здесь, чтобы спрятаться от тебя? О, какие глупости. Я всего лишь заготавливаю хворост на зиму. Так что вот.
Ну, Ай, можно мне помочь? У меня медаль почета за сбор хвороста. Вообще-то, ты мог бы помочь мне еще кое с чем, Губка Боб. Эти работы распугали всех студентов. Точнее, туристов, которые убежали в лес. Нужно, чтобы кто-нибудь нашел их, пока не пришел лесник. Я помогу вам их найти, миссис Пав. Я та губка, что вам нужна. Спасибо, Губка Боб. Я тебя хорошо вознагражу, когда ты их всех найдешь. О, миссис Пав, вечно мы с тобой попадаем в какую-то передрягу. Рейнджер, здесь живет Рейнджер. Ага, понятно. Это, наверное, тот самый лесник. О, дверь открывается. А тут блестяшечки. Эй, подождите! Я не подписывался на это, что со мной там сделали? Порт О'Хэт. Что? Порт? Главный порт, что ли? Непонятно, что тут написано. В общем, ладно, выдвигаемся на поиски этих туристов. Ну и, соответственно, бомбим роботов. Кстати, вот эти роботы тогда ковбоя наказали. Сейчас будем им мстить. Еще один остался. Сейчас. О, опа-на! Вот это поворот. Короче, они самовоспроизводятся. Ну, то есть, ты одного убиваешь, а другие потом восстанавливаются, так что ли? Ну да, смотри, он верхний восстановился. Блин, их, получается, надо разом всех уничтожать. Ты только что повстречал Губконатора. Фига себе, вот это комбо, я выбил их всех разом с одной ракеты, всех троих. Мощно. Ой, немножечко промазал. Ну, а если честно, то эта ракета была запущена в целях разведывательной операции, чтобы посмотреть, что тут есть. Короче, дело к ночи. Эти джунгли очень опасны. Нужно срочно найти всех туристов, пока они не пропали. Но то, как мы будем их искать, ты увидишь в следующей серии. Если тебе нравится Губка Боб, то не забывай поставить лайк под этим видео и подписаться, если ты еще не подписан. Ну а я с тобой прощаюсь, пока. Увидимся в следующем видео.